С открытием республиканского международного турнира абхазской национальной игры АМЦ Кячера собравшихся гостей и участников мероприятия поздравил заместитель главы администрации города Сухум Автандил Сурманидзе. Традиционно прозвучал гимн Республики Абхазия. Абхазский народ, как и другие народы, богат разнообразными видами физических упражнений и игр. Происхождение национальных игр своими корнями уходит в глубокую древность. В воспитании подрастающего поколения игры всегда занимали большое место, как исторически сложившийся важный элемент общей системы воспитания. Игры по всей сложности и разнообразию имеют большое воспитательное значение. Они требуют участия внимания, мышления, памяти, воображения, воли, ловкости, мышечной силы и других физических и умственных способностей. Главная задача популяризации – заявить о национальных играх. У нас их немало, у нас их много. Но вот с помощью этого проекта, с помощью этого спортивного мероприятия мы можем сказать, что мы немного начинаем возрождать эти национальные виды спорта в Абхазии. Проект по абхазским национальным играм был утвержден 3 года назад. В 2011 году команда Конгресса начала работать в данном направлении. Первые шаги были направлены на сбор информации. У нас вообще свыше 18 национальных игр, вот, и нам было чуть тяжело, но мы собрали информацию, прописали правила, и ребята вот эти 3 года они ездили по местным отделениям, по селам, по районам нашей прекрасной страны и делали мастер-классы, то есть как играть, правила. Поначалу вот первые 2 игры ребята как-то скептически относились, но потом просто в восторге были от игры, они постоянно нам звонили, когда вы приедете, когда еще раз сыграем. Историческое событие данного мероприятия заключается в том, что наши братья из Турецкой Республики на исторической земле принимают участие в важном соревновании. Приезд соотечественников стал возможным благодаря поддержке Государственного комитета по репатриации и Всемирно-Абхазо-Абазинского конгресса. Хочу сказать, выразить огромную благодарность отдельную это Вадиму Николаевичу Фаразе и Государственному комитету по репатриации, который помогал в этом направлении, потому что в начале лета у нас была командировка в Республику Турция, вот где-то 2 месяца там находились ребята, с периодичностью они приезжали, уезжали, вот, и там тоже проводили мастер-классы, формировали команду, небольшой турнир провели и вот сформировали такую сборную. Национальная игра АМЦ Кячера считается травмоопасным видом спорта. Игра состоит из 2 таймов по 15 минут. На поле выходят 2 команды, по 8 человек в каждой. Главный атрибут игры – это мяч, сделанный из шерсти крупного рогатого скота. По заданному регламенту первыми на поле вышли команды Афона и Члоу, где победителем стала команда из села Члоу. Уже играем как 2 года, как вот началась игра. Нам очень понравилась эта игра, и уже 2-й раз мы выигрываем. Есть люди, которые еще хотят присоединиться. Пока что они не совсем так большие, но хотят уже по чуть-чуть все начать. По словам игроков турецкой команды, соревнования проходят на самом высоком уровне. Они готовы приезжать сюда снова и снова для принятия участия в этом важном историческом мероприятии. 3 месяца назад в Сакаре, в деревне Балбалы, нам сообщили о том, что есть такая игра, и мы начали тренировки. До этого мы не знали ничего про эту игру. Конечно, для нас трудно было адаптироваться к этой игре, потому что мы ничего не знали про эту игру. Трудный вид спорта, но я думаю, что мы за это время смогли подготовиться и считаю, что мы в хорошей форме. И я думаю, что несмотря на то, что это такой мужской вид спорта, победит мужская дружба и все будет хорошо. Мы очень рады приезжать в Абхазию, потому что это наша страна. Мы за всех, даже могу сказать, представителей диаспоры, что мы даже во сне видим Абхазию. Абхазия всегда у нас в мыслях. И тем более приехать в Абхазию и играть в тот вид спорта, который играли наши деды, это для нас гордость. Турнир завершится 6 сентября. Надя Сагаря, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.